факел, только победа! Вперед, факел! Ура! Факел удачи! Динамо, безусловно, хотели взять реванш в себя дома. Как удалось настроить ребят таким образом, что даже в гостевом матче вы выиграли, в принципе, достаточно уверенно? Ну, я не считаю, что мы слабее, мы в первом круге выиграли. Не знаю, я для этого пришел там. Не хотел никому проигрывать. Я считаю, что мои ребята ничем не слабее. Турнирное положение пока промежуточное. Так что, я думаю, шансов у нас было не меньше, чем у «Динамо». По настрою, да, постарался. Многих ребят я знаю, где-то надавил на нужные точки. Какие испытываете эмоции сегодня, поскольку, в принципе, в качестве главного тренера этой команды для вас это первая такая игра, первая победа? Какие у вас эмоции? Конечно, положительные, практически единственное, что я им сказал в раздевалке, это то, что у меня первая игра, доставьте мне приятные впечатления. Они постарались и это сделали. Большое им спасибо. Почему так произошло, на ваш взгляд?
Почему сопернику что-то не хватило, не знаю, настрой такой был. Почему? Ну, может быть, как раз-таки играла вот эта вот их победная серия. Они думали, сейчас налегке пройдут нас. Где-то недонастроились. Ну и выглядели в целом как-то немножко вяло в начале игры. Потом им уже приходилось просыпаться и уже биться с нами. Особенно на высоких мячах. Они за счет этого много мячей смягчают, потом доигрывают. Прежде всего, они сильные, да, на сетке, плюс подача.
четвертого сета, чтобы не довести дело до тайбрейка? Есть, были, так скажем, достаточно значительные изменения по тактике. Где-то в третьей партии мы тоже их не выполняли, поэтому я заострил внимание на том, о чем мы договаривались до игры. Установки тренера, наверное, помогли, поменяли немножко тактику игры. Наш пасующий немножко по-другому действовал, кто-то быстрее и пытался больше импровизировать. Наверное, это их избило тоже «Динамо». Серию. Но мы уже два раза прерываем в этом сезоне их серию, поэтому это прекрасно.